Здарова, Робинзоны! Рекслер снова с вами. Мы продолжаем плавать на нашем плоту посреди океана бесконечного. В прошлый раз я тут начал строить второй этаж, да, и начал делать тут, короче, место для сундучков. Блин, чё с мышкой? О, всё. Что я хочу сегодня? Сегодня, так, я тут всё посмотрел. Так, у меня остров пустой. Мне, наверное, нужно отправляться отсюда уже куда-нибудь еще. Да, давайте, короче, поднимаем наш якорь и отправляемся вот в сторону туда. Там что-то мусора дофига, поэтому будем там плавать. Тут у нас такая уютная комната создается, слушайте, вообще. Что у нас по поводу дерева? У нас с деревом как вообще дела обстоят? Дерева у нас нету ни хрена, да? Ну да. Проблемка, короче, создается у нас. Нужно заняться каким-то деревособирательством мощным. Так. О, отлично. Одну штучку я уже подобрал. Тут где-то был плод, или мне казалось? Это что такое? Это остров. Ладно, плывем на остров. Да, короче, вот тут у нас остров. Вот если сейчас в левую часть экрана посмотрите, вот его еле-еле видно, вот. Ну, короче, это здесь. Окей, тут у меня всякие инструментики. Тут у меня отпариватель, испаритель этот, выпариватель. Берем, значит, молоточек. Что я хочу построить сейчас? Так, вот какие-то у меня двери. Ну, двери, да, я уже тут сделал. Мне бы, типа, знаете, как мебель какую-нибудь, да, или что-то типа такого. Сейчас давайте посмотрим. Краска, сиденье, вот есть стул, стол. Это что за звук? А, это эти ловятся, да, все. Я думал, опять акула тут буянит, собака. О, бочка. Ну-ка, давай. Давай сюда. Так, дощечка одна. Дощечка вторая. О, посылка. Посылки я люблю. Ну-ка, давай открываем. Что же там такое? Изучен стол. Блин, здесь столько вариантов разных столов. Слушайте, прикольно, мне всякое попадается интересное. Это хорошо. Так, где у нас остров? Мы немножко не туда плывем. Нужно вот так вот развернуться. Ладно, пусть пока эти штуки здесь всякие ловятся. Вот, дощечки я соберу. Мне, по идее, вот здесь бы тоже сделать типа забор какой-то, да? Так, это у нас арматура для фундамента дает дополнительную защиту. Лестница. Вот крышу бы типа какую-нибудь замутить, например. Давайте попробуем сделать. Потрачу, короче, всякого лишнего дерева. Но наведем здесь красоту. Ты, сучка, не это. Не смей даже. Что-то плывем. Хорошо. Факелов бы вот еще наделать. Факелы где делаются? Они делаются... Да, они, видимо, делаются где-то здесь. Вот, фонари. Мне нужна доска и нужен хлам. У меня ни того, ни другого. Так, видите, мы переделаем веревки. Батарейка. Знаете что, давайте попробуем построить радиосик. Так, микросхема. Микросхема у меня где-то должна быть, да? Давайте проверять наши сундуки. Так, здесь ни хрена нету. Это что такое? Маленькая грядка. Может быть, ее куда-то поставить? Куда ее можно поставить? А здесь будет расти, да? Здесь-то, наверное, тоже будет расти. Может, здесь даже птицы не будут никакие нам мешать. Давайте попробуем манго здесь посадить. А, нет, манго это же дерево. Оно тут не пасается. Но тут нужны типа картошка или типа что-то поменьше. Птичье гнездо. Кстати, я его, наверное, на второй этаж сделаю. Пока что. Пусть пока вот здесь будет. Так, я не понимаю. Это остров, с которого мы уплыли? О, плотик. Давайте-ка попробуем до плотика доплыть. Так, собираем. Давай. Пластик, собирайся.
Вот плот. Нам нужно до него вот так вот добраться. Может быть, там что-то полезненькое, интересное мы сможем найти. Микросхема. У меня была... Вот она, микросхема. Так, я ее сюда ложу. Семена мне пока не нужны. Так, где у меня семена вообще хранятся? В каком сундуке? В этом? Ну да, в этом. Можно посадить ананасовое дерево. Попробую. Где у меня большая грядка? Давайте попробуем посадить ананас. Так, семечко выкладываем сюда. О, у меня с едой проблема. Давайте кушать. Так, вот плод я вижу. Давай, 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 доплывай, доплывай до него, давай. Окей, я посадил. Мне теперь нужна вода. Полить лужайку я полил, отлично. Давайте попьем. Где у меня отпаритель? У меня здесь есть вода? Воды нету, давайте тогда здесь наполнять водой. Наполняем, наполняем, наполняем. Все, о, все, я уже рядом, я уже рядом. Так, 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 причаливаем, причаливаем. Бочка, что это, ящик? Нет, ящик, давай, 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 давай. Да блин, половись давай, собака. Йоу, 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 йоу. О, е, кайф. Так, отлично. Если я брошу якорь, когда к нему прям пристыкуюсь. Ну-ка, давайте попробуем якорь. Я остановлюсь? Кажись, остановился. Ни хрена не видно, конечно, в темноте вообще жесть. Давай, давай. Что тут есть? Ну, что-то как-то это слабенько. Слабенько. Жалко, разобрать его нельзя на запчасти. Либо к себе присоединить. Было бы вообще офигенно, если честно. Так, окей, давай, все, отправлю. Ой, он сразу тонет. Прощай, Титаник. Светлая память тебе. До новых встреч. Ставьте F, если вам было жалко этот плотик. Ах ты, сука! Ах ты, тварь, на! Как я тебя ненавижу, ты бы знала. Ты бы знала, тварь шерстяная. Ну, она не шерстяная, я просто кто-то себе так называю. У нее акуля шерсть где-нибудь внутри. Да, блин, волны не дают мне кидать. Ты чё, сука? А где Семён-то, блин? Я его все типа, полностью сломал, он исчез. Мне, короче, нужен новый Семён. Ой, это сидит пизда, блин, довольно. Так, короче. Как делается Семён? Он где? Вот он. О, у меня все есть, отлично. Я могу Семёна поставить нового. Все, готово. Сеня, охраняй, никого не пускай. Так, водичка здесь наполнить. Пресной водой наполнить, наполнить. И здесь. Хорошо, хорошо. Мне что нужно? Мне нужно покушать, во-первых. Где у меня еда? Вот. Давайте поедим. Все, это выложили, чтобы не мешалось. Это сюда. Хлам сюда. Это сюда. Сейчас мы из этого сделаем веревочку. Угу. Так, мне нужно. Значит, сначала нужен приемник. Мне нужно две микросхемы. Один шарнир. Шарнир я могу сделать? Шарнир не могу сделать. Почему? Потому что у меня нет железных слитков. Понял, понял. Делаем железные слитки сюда и сюда. Так, здесь доски. Здесь не хватает досок. Доска. Все здесь есть. Здесь что-то еще полезное есть. Здесь что-то еще полезное появилось. Все, отлично. Ложим, ложим, ложим. Все, здесь все плавится, отлично. А, шарнир, микросхема, значит, из чего делается? Я что-то не помню, где она, вот она. Два медных слитка мне нужно. Я понял. Ну-ка, ловись. Деревяшка, ты мне очень нужна, давай, 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 давай. Деревяшечка, деревяшечка. Сюда. Поймал. Улов хороший. А, окей. Это еда. Так, камни, вот медь.
Вот медь, да хрена медь. А чё у меня железо типа нету, да? Или как это работает? Железом у меня беда. Нужно какой-то остров. Мне нужен остров. Бочка. Давай железо. Блин, нету железа. Ладно, без проблем. Так, давай доску добавляю. Долго плавится, конечно. Мне нужна шерсть где-то. А микросхему я следовал изучить, да. Вот, кстати, сырой картофель. Мне нужно сырой картофель посадить в малой грядке. А где у меня малая грядка? Да, вот она. Посадить. И полить. Все. Забрали, забрали. Забрали, положили. Так, еще бочка. Штиль у нас начался. Кайф, вообще приятно. Так, я так шлепаю. Шляк, шляп, 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 шляп. Пятками своими голыми по плоту. Так, у меня вот это кончается крюк мой. Надо бы новый сделать, конечно. Новый крюк у нас делается из хлам. Мне нужно 6 клонов. Хлам это у меня должно быть до хрена. Не-не-не-не-не. Давай, давай. Ни секунды без работы. Так, вот у меня, кстати, здесь есть медный слиток. А, еще у меня вот такое есть. Надо сюда тоже это все забрать. Хлам. Вот, хлам. Крюк. Все, крюк сделали. Сейчас кончится, новенький сюда поставится. Отлично. У меня еще картошка есть, серьезно? Давайте еще одну посадим. Полить лужайку? Конечно, полить. Так, чё? Ты чё? Не Семена не трогай, тварь. Видали, блин, Сеня, ты в порядке? Ты живой? Тебя можно чинить? Его нельзя чинить. Во-во-во-во, остров, 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 остров. Сюда, сюда. Какой-то не маленький. Муха дурацкая. Да? Ну такой, средненьких размерчиков. Так, главное бочку вот эту собрать. О, фига, видали, прямой наводкой просто попал, прям четко. Во, редисочка, редисочка. Давайте редиску тоже посадим. Редиску посадили, полили. Все, отлично. Здесь у нас что? Это факел у меня стоит. Но я до туда, до ящика, конечно, не достану уже. У меня уже эти почти выросли нормально. Быстро, кстати, здесь созревает все. Так, медь мы взяли. Бинокль. Бинокль, стекло и две бутылки, да? Мне надо микросхема. Вот она. Так, две микросхемы у меня теперь есть. Приемник. Мне нужно, короче, шарнир. Один шарнир делается из железных слиток. Готов шарнир. Так, теперь что нужно? Пластик. Сука, не трогай Семена, тварь! Просто на лету убил ее. Это неприятно было. Так, что я могу выложить? Перья. Выкладываю перья, семена. Болт пока вроде бы не очень нужен. Камни вроде бы не очень нужны. Веревку можно сделать. Так, где веревка? Веревку мы сейчас сделаем. Давай еще. О, сырой крючок. Давайте пожарим. Давайте пожарим. Положили, все, пусть готовится. Остров-то где? Вот он остров. Так, давайте вот так немножечко сделаем. Конечно же, бочка нам нужна. Хорошо, хорошо. Блин, слушай, столько всякого прикольного стало попадаться. Вообще приятно. У нас там целых три дерева есть. И я по-любому, мне нужно будет поплавать, подобывать эти... Ну, железо, короче, надо подавать, у меня что-то его нифига нету. Что, медь? Ну, давай плавим медь. Пусть будет. Мне не хватает доски. Ах ты тварь, ах ты тварь. В глаз тебе, на, сука. На, сучка, в глаз. Хватит драть, блин, мой этот плод. Вот пластик. Так, пальмовые листья. Их до хрена вообще, пальмовых листьев. Мне не хватает теперь только досок. Мне не хватает денег. Ну, сейчас мы как раз срубим, и все у меня будет хватать. Готово, короче, отлично.
Давай, 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 причаливай, причаливай, причаливай. Как раз по диагонали плыву вообще четко. Ну все, здесь уже можно якорь бросить. Отлично. И отправляемся добывать деревяшки. Деревяшки, деревяшки. Нормально, нормально. И сейчас сделаем приемник. Где? Хватает? Еще две доски надо. Блин, ты издеваешься надо мной? Цветы мне пока не нужны. Не хочу ничего красить. У меня со строительными материалами проблемы, поэтому пока мне не до этого. Так, это что, есть какие-нибудь... Что-то наподобие обеда, типа еды и всякое такое. Типа ананасы, арбузики. О, о, о! Так, так, так. Это что такое арбузное семечко? А, пальмовый лист. Ну, давайте сделаем из него веревку. Арбузное семечко подберем, пригодится. И чё? Вот ящик. Ебать, тут столько всякого полезного выпало. Ладно, я понял. Давайте тогда... Так, это мне надо попить. Еще попьем. Сейчас все выложим. Так, еда. Еда у нас где-то вот здесь. Да, вот она, еда. Потом арбузик тоже сюда. Кокосы тоже сюда. Веревки у нас лежат. Где веревки? Ну, пусть будут здесь веревки. Так, семена у нас где-то вообще в другом месте. Перья соберем. Я уже столько могу стрел сделать, слушайте, вообще. А, так, семена у меня, по-моему, где-то в этом ящике. Хлам пока не очень нужен. Это мы вот так вот сейчас составим. Гвозди. Гвозди лишние тогда тоже сюда. Все? Ну да, вроде бы все тут отсортировано. Поехали. Тогда дальше соберем то, что здесь у нас повыпадывало. Прыгай, 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 дружище, прыгай. Заскакиваем, короче, на эту скалу. Так, заскакнули. И собираем все полезности. И рубим вот это дерево. Yeah. Давай. По всему, по всей поверхности. Отлично, отлично. О, еще ананасы есть. Слушайте, вообще кайф. Все? Больше деревьев здесь нету, да? Ну да, окей. Тогда, короче, нам осталось собрать железную руду. Деревяшки здесь приятные плавают. Давайте их соберем. Собираем. На всякий случай возьмем копье, чтобы от сучки отбиваться. Сейчас еще насобираю вот этих вот. Пластик мне по-любому дерево очень надо. Очень надо. Так, давай, бери бутылочку. Бери вот это, вот это. Еще деревяшка, вообще кайф. Сколько у меня дерева? 25. Ну, неплохо, неплохо. Но это в основном все на топливо улетает. Жалко, что здесь угля какого-то такого, знаете, нету в виде топлива. Было бы, конечно, офигенно. Так, это у нас что? Это камни, да? Да, это камни. И все, я, получается, забил весь инвентарь. Ладно, без проблем. Сейчас просто выложу все опять. Надо в эти печки все засунуть, чтобы это плавилось, пока я здесь хожу. И все плавилось. Да блин, с разбега не запрыгивает собака. Давайте делать медь. Медный слиток, все, положили. Здесь доложили. Урожай. Можно уже собрать. Серьезно? Так, здесь у нас семечки выкладываем. Манго забираем. Камень сюда. Пальмовые листья где у нас хранятся? Ну, пусть будет храняться, наверное, с веревками. Мне так кажется, что это логичнее, да? Типа, они же из них делаются, поэтому можно их здесь и хранить. А здесь будем хранить уже другие ресурсы. У меня там дерево, оказывается, еще есть. У меня здесь дерево есть, офигеть. Так, еда у нас хранится здесь. Это мы сюда положили. Ананасы сюда положили. А, редиска, редиску нам надо бы вырастить, кстати. Надо положить, чтобы она выращивалась. Картошку тоже сейчас положим выращиваться. Так, здесь у меня что, пластик? Пластик мне нужен, вода, бутылка, все, все остальное мне типа из нужностей. Давайте сделаем приемник. Отлично. Куда мы его... Ох, ебать, сколько места занимает. Давайте вот так вот его поставим. Тут какие-то... Что это такое? 1, 2, 3. Это 3 радиостанции или что это? Увеличить число.
Требуется батарейка, я понял. Давайте антенну сделаем. Мне нужна еще одна микросхема. Микросхема у нас делается из... Пластик мне нужен, да? Так, у меня есть пластик? Вот, у меня пластика много. Много. Микросхему сделали. А, так, антенна. Мне нужен 4 хламу и 1 болт. Это у меня все где-то было вот здесь. Вот у меня 1 болт и вот у меня хлам. Антенну сделал. Антенну теперь давайте поставим здесь же рядом. Вот так, да, блядь. Так, антенну ставим. Вот так вот поставили антенну. И теперь мне нужна батарейка. Батарейка. Всего лишь нужен пластик. Пластика у меня хватает. Готовим. Все, и батарейку. А куда ее подключить-то надо? Положить батарейку. Включить. Слишком близко к приемнику. Антенна, нет подключения. Антенна 1. Ну, давай поставим ее куда-нибудь в другое место. Давай ее поставим, ну, сюда, например. О! О! Типа, я могу до 3 антенн поставить? Офигеть. Слушайте, нормально. Выключить? Это что, сменить число? И что? Или мне типа прям 3 антенны надо? Ну, давайте пробовать делать 3 антенны, не знаю. Медный слиток, так, медный слиток. Они у меня как раз здесь делаются. Медные слитки раз. Так, делаем, получается, еще одну. Мне нужен болт и хлам. Болт из чего делается? Делается из железа. Ты как сюда попала, тварь? Уйди. Противная, блин. Опять мне все грызет здесь. Где у меня металлолом? Слушайте, где у меня хлам? У меня же было его много. Куда он делся? Не вижу. Я его типа весь израсходовал, серьезно? Ну ладно, сейчас будем туда плавать, собирать, без проблем. Давайте-то сначала посадим. Сначала, ну, соберем урожай. О, оно продолжает дальше, да, расти? Или что? Нет. Так, мне нужно вот воды собрать. Так, так. Так, ой. Аккуратнее, не надо меня так болтать. Охренеть. Так, налили, еще одна, кажется, влезет. Да, вот еще одна влезает. Все, я свеклу посадил, теперь ее можно сюда вот так выложить. Картошка там тоже уже растет, окей. А, это мы объединяем, это мы сюда. Плывем собирать ресурсы тогда. Давайте все, что здесь на этом острове видим, все соберем, потому что оно по-любому мне это рано или поздно пригодится, любой ресурс. Вот особенно хлам мне сейчас очень нужен. Ракушечка, конечно, нужна. Не знаю, не помню зачем. Что-то там, какой-то рецепт из нее точно делается. Так, здесь у нас что? Это медь. Что-то еще здесь могу собрать. Ничего не вижу, ни хрена не вижу. Не вижу, ни хрена. Ай, блядь, тварь. Не надо меня кусать за жопу. И параллельно делаем медные слитки. Положили, положили, все. А у меня есть железо, да, вот у меня есть железо. Мне нужно его тоже делать. Так, рецепты с моллюском. Нет, нет. Котелок, сок ляна, железный слиток. Спринклер. Автоматически поливает посевы, правда, не хватает батарейки. А у меня, кстати, ананасы-то выросли. О, у меня ананасы выросли. Офигенно. Это хорошо. Так, давайте тогда посадим ананас еще один. У меня еще здесь осталось место для еще одного. Сейчас тогда посадим еще один. Все, теперь мне нужно набрать воды. Набрать. Поливаем. Ну и пьем, конечно же, пьем. Так, отлично. И как раз мне сейчас будем кушать ананасик. Кушаем ананасик. Блин, слушайте, он так мало восстанавливает, серьезно. Ну давай вот эту съедим.
чайку жареную. Не знаю, мне кажется, что они вообще не вкусные, чайки. Вряд ли они как курочка на вкус, да? Так, акула там плавает, собака. Антенна. Мне нужен хлам. У меня только три хлама. Что там нужно было? Кав для посуды. Ты опять Семёна трогаешь. На, тварь. Бесплатная еда, кайф вообще. Перья. Я очень могу много сделать этих... Ну, стрел теперь. Реально много стрел могу сделать. Так, тут рецепты какие-то. Это нужно наполнить еще раз. Наполняем. Все, отлично. Где, блин, был рецепт же с моллюском? Столовая утварь, стопка книг, цветы, календарь, табличка, картина, желтая краска, ну все, я понял. Факел, кровать, сиденье, парус, весло, якорь. Где-то же был, я помню, что был моллюск. Шарнир нужен и доска. Для того, чтобы сделать большую грядку, чтобы выращивать деревья. Давайте попробуем. И ты еще, сука. Вот тварь, а. Ты не видела, что произошло с твоей подругой, что ли, а? Ты не видела этого? Сволочь такая. Так, шарнир, где шарнир? Железный слиток мне нужен. Давайте положим слиток железный сюда. И что мне нужно? Мне нужно дерево. А дерево у меня, кажется, все, да, каюк. Я уже все забрал. 6 штук всего лишь у меня осталось. Проблема. Так. Что мне надо? Мне нужна антенна, мне нужен хлам. Хлам, я думаю, это я сейчас соберу. Здесь по-любому он валяется. 100% где-то здесь должен быть хлам. Вот, пожалуйста. Сколько хотите хламов. Еще у нас и глина, и песочек. Сейчас еще стекла какого-нибудь наделаем. И всем будет хорошо, всем будет замечательно. Какие-то глушители, главное. Почему-то, главное, в хламе какие-то странные объекты такие, типа, ну, глушители, запчасти от каких-то, я не знаю, машин. Странно. Блин, нормально я тут собираю вообще. У меня еще и водоросли вот можно собрать, отлично. Отлично. Давай, водоросли. Еще, на всю котлету собирай. Так, вот теперь плохо. Дыши, друг. Готово. Еще. Я тут что-то проворонил. Я видел, что я что-то проворонил. Так, нет, не хлам. Что-то на скале были какие-то штучки, камешки. Синеньким, главное, светились почему-то. Может, что-то новенькое? У меня же по-любому... О, еще один моллюск. Не знаю, куда его девать. Короче, был точно какой-то рецепт с моллюском. Но сейчас я его не могу найти. Так, где я плыл, короче, вот плыл такой. И на скале были какие-то два странных камня, которые светились синеньким. Что он? Это камень. Да, это камень. Возле водорослей, вот как-то вот. Вот это? А, ну это тоже, это железная руда. Понятно. А, ну вот тоже железная руда. Ну отлично, как раз мне сейчас надо слитков наплавить. Мне единственное, что только дерева не хватает. Вот это проблема. Это, конечно, проблема. Так, отлично. Уже почти весь вот этот архипелаг я отсюда забрал. Дыши, друг, дыши. И акула, да, что-то на нас не нападает. Слушайте, она, видимо, подумала, что устала нас убивать. И такая, ладно, поплаваю, поотдыхаю немножечко, поразвлекаюсь. Почилю, раны залечу. И чё? Все? Ну, кажись, я здесь все уже разобрал, все собрал. То, что можно было. Больше ничего не вижу. Больше нигде ничего не сияет, не сверкает, не мерцает, не пукает, не писает. Все. А, о. Вот еще два камешка. И все, и забираем. Все? Ну, кажись, теперь точно все. Можно со спокойной душой отправляться.
Короче, снимаемся с якоря и плывем в освоясь. Якорь снимаем, это вообще разворачиваем туда. О, плывет, видали? Я так и знал, что ты, сука, сейчас будешь нападать. Пошла ты нахрен. Отлично, давайте делать антенну. Антенна, изготовить. Ставим антенну, допустим, если вот сюда поставлю, дотянется? Дотянется. Еще одна антенна, мне нужен болт и мне нужна... На, тварь! Так. Микросхема. Есть. Болт. Подожди, так я ж только что железосветки делал. Куда они делись? Вот они. Уже не влезают. Я понял. Так, это мы выкладываем на гриль. Это я выкладываю. Да блин, ты положи, зачем ты это выкидываешь? Как раз сейчас покушаю. Отлично. Куда? Куда делось? У меня что-то выпало, оно что-то уплыло. Вон они. Нет, это слитки, блин, я их еще зря плавил, что ли? Не надо их выкидывать. О, нет, сучка. Вот тварь такая. Давай, нападай. На. Тварь такая, а? И далее, блин. Че хочешь? Я могу. На. Залупа конская. Все, главное, что... О, бочка. Бочка сюда. Мне нужна. Че? О, все, подохла тварь. Это что здесь выпало? Пальмовый лист, камень. А, это все, что с этой, да, выпало. Ну, у меня, короче... Ой. От меня уплывает плод. Мне такого не надо. Я уже натерпелся вначале, больше не хочу этих приключений с пустым морем. Так, надо выложить, вот это надо выложить. Глина, это все наверх. Это я не знаю, куда девать, пусть будет здесь. Семена пусть будут здесь. Так, микросхема у меня есть. Давайте, мне нужен болт. Болт я сделал. Все, еще одна антенна, отличная. Три антенны довольно... Блин, я быстро их поставил, слушайте. Ну, давайте сюда поставим. Все, три антенны. Что дает? Батарейка пуста. Почему? О, там большой остров. Как ее заряжать теперь? Блин, слушайте, обидно. Обидно? Ну... Это что было? А, это птицы, да ни хрена испугался, огромные эти были. Страшные. Тени. Так, батарейка. Ну давайте сделаем, не знаю. Включить. Неподходящая высота. Вы меня просто нервируете такими заявлениями. Так, все, спокойствие. Нужна вода. Сейчас все будет. Набираем. Поливаем. Здесь у нас что? Здесь уже опять все выросло. Урожай собрали. Семена посадили, полили. Все, отлично. К острову плывем. Здесь у нас железо ложим. Закидываем досками. Так, теперь. Пальмовый лист у меня вообще-то вот здесь хранится. Так, его сюда. Водоросли это мне надо плавить. И это мне тоже сейчас надо плавить. Так, ананасик мы выкладываем сюда. Глина. Глина у нас будет. Вот у меня много глины, кстати, теперь. О, я уже близко к острову. Давай. Бочек. Неподходящая, блин, высота. Слушайте, а что мне, как здесь сделать-то? Ну, давайте попробуем. Как сделать-то? Я же его на этот не смогу, да, поставить на колонну. Может, вот так вот просто приподнятый пол, например. Давайте попробуем. Так, убираю. Антенну ставлю сюда. Вот так вот. Сейчас проверим, подходящая ли высота.
Да, антенна работает, и теперь надо вот эту тоже на пол поставить. На приподнятый пол. И вот здесь делаем приподнятый пол. Эту, значит, мы антенну собираем. У меня еще Семен живой, видали? Офигеть. Нормально, его еще ни разу не покоцали. Еще все руки на месте, голова тем более. Так, это сюда поворачиваем. И смотрим, что нам, блин, дает антенна. Сейчас я сначала причалю к острову, чтобы уже не переживать, что я мимо него проехал. Давай, 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 вот так резко. Во, во. Отлично. И все, бросаем якорь. Давайте смотреть, что дает. О! Опа! Это что такое? 59-69. 1509, это типа метры? А что это показано? Вот это что-то интересное. Это, наверное, плот? Ну-ка. Что? Я понял. 15.09, все. 15, здесь нужна пятерка. Здесь нужен нолик. Нолик. И здесь единичка. 15.09. И что? Ну и? Так, ладно, ладно. Это, короче, нам нужно будет туда доплыть, попробовать. Давайте пока разберемся с тем, что у меня сейчас в руках лежит. Кровать, окей, кровать, окей. Здесь сейчас заберем, получается, еду. Так, сейчас перекусим как раз заодно. Попьем. Берем топорик, надо нарубить дровишек. Сейчас нарубим, что дрова вообще пипец кончаются. Офигеть. Серьезно? Что у меня? У меня дофига всего. Ой, блин, нормально промазал вообще, видали? Офигеть. Так, железный слиток забрали. Сейчас надо все выложить, все лишнее. Еда. Еду мы выложим. Кокос я выложил. Окей. Редиску тоже сюда выкладываем. Это из этого мы складываем сюда. Это я буду плавить. Это у меня все нужно. Камни пока не особо нужны. Вот, мне нужно песок, короче, выложить. И перо. Перо, перья у меня лежат все здесь. Блин, офигеть, у меня перьев. Слушайте, а может стрел наделать? Перо, 6 штук. У меня 3 железных слитка. А мне для чего нужны-то сейчас? Ну, вроде как не для чего, да? Давайте сделаем тогда стрелы. Потом, потому что когда на острове высажусь, буду стрелять. Окей. Камни. Камни сюда. Перья тогда сюда. Все, сейчас у меня по минимуму гвозди. Не знаю, куда они нужны, но что-то у меня их вообще до хрена. Они, видимо, с этих бочек падают, да? Здесь что, расплавилось? Нет, давайте сделаем тогда сок лианы. Все, отлично, пусть все плавится. Сейчас еще одно дерево рублю. И надо попробовать доплыть, короче, до этой. До этого сигнала. Мне прям интересно, что там будет. Потому что если... Ну это я не знаю, может какой-то усовершенствованный плод будет. Потому что если он принимает какой-то сигнал, значит там есть типа либо приемник, либо антенна. Он же не может типа просто так какие-то объекты в море, да? Он же не радар все-таки, это же радиоприемник, а не радар. Поэтому мне кажется, что он значит должен видеть что-то очень такое, ну, типа электронное. Значит, он что-то богатое, хорошие ресурсики. Так, это мы собираем. Надо копье на всякий случай взять. Сейчас сучара приплывет же по-любому. Жопу мою драть. Да, давай. Блин, ну так это месте хорошо. Сейчас хоть немножко деревом запашусь. Прикол. Так. А это я сам прыгаю, я уже пугаюсь. Отлично.
Отлично. Ресурсы пока не знаю, стоит ли собирать, либо не стоит. О, посылочка. Давай, давай, открываем. Что у нас там интересного? Motivation quote. Да, мне очень мотивация нужна, чтобы на плоту плавать прям бесконечно. Я, наверное, только хлам насобираю, потому что остального-то у меня вроде БМ. Чё? Хотя вот железо, с железом у меня проблемы. Мне нужно железо побольше. Так, железная руда, отлично, есть. Соки, соки лианы. Ну, тоже можно, в принципе, все пригождается. Камней вот мне нахрен не надо, камней дофига вообще. А, медь пока тоже вроде бы хватает. Но давайте, у меня все равно там стак же 20 штук. До 20 штук доберем. Так, отлично, медь собираем, железо собираем. Где еще полезность? Вот, полезность еще одна. Есть, есть, ака, отлично. Дыши, дружище, дыши полной грудью. Вот так вот. Все, сразу глубокий вдох и полетели обратно. Готово? Готово, блин, всяких семян миллион насобирал. Пещер давно, кстати, каких-то не находил, вот эти все подводы. Так, это что у нас? Это что, блядь, сука? Да, иди. Давай. Вот, железо, железо еще собираем. Разворот. Ах ты тварь, на. На. А, это уже же новая подруга, да? Тут-то я уже прикончил. Ну ничего, я быстро с тобой разберусь. Я очень с тобой быстро разберусь. Ты даже не переживай, я столько ваших братьев уже погубил. Ты даже не представляешь, что может с тобой случиться. Как твоя жопа насадится на копье, блин, за 3 секунды просто. Давай, давай, плыви в свои глубины, обоссанные. Еще есть что по металлу? Нужна железь... На, тварь, на. Блин, мне уже... Мне как будто стамины не хватает ее атаковать. Че, блядь, ты че? Я ж тебя вообще буду очень больно наказывать. Давай, давай, ты где? Ладно, тут я в принципе все собрал. Ладно, плавает собака. Можно отчаливать якорь. Якорь поднимает. О, я вижу ананас. Я вижу ананас. Я не дособрал. Я, по-моему, здесь еще, да, не собрал тогда ананас. Так, давайте семечко выкинем, пальмовое. Блин, зачем я ананас собрал? Ты мне ананас собери. Вот, ананас, отлично. Или я их в прошлый раз так собрал? Ну, кажись, да. Кажись, да. Блять, серьезно? У меня так много всего, я не понимаю. Давайте складывать. Так, что это у меня? Это глина. Мы ее выкладываем сюда. Пальмовые, блин, эти листья. У меня их тоже миллион. Веревку сюда. Картошка у нас сюда. Манго сюда. Арбузы сюда. Ананас сюда. Семена, семена, семена. Так, семена у нас все лежат здесь. Вот они. Так, давайте. Это я собираю. Урожай собираю. Это тоже получается то, что я выронил. Да, оно здесь попалось. Все, больше лишнего ничего здесь не валяется. Где парус? Давай в обратную сторону. Мне нужно в другую сторону уплыть. И вот так вот. Сейчас на антенне проверим. Плывем. О, еще что-то новенькое. 14.93. А, это расстояние. Это, а что это? Подожди, я тогда не понимаю. Вот 800. Это я отдаляюсь. А это тогда что? Если это радиоприемник, это частота типа радио и... Где и как оно устанавливается? Я вот этого не понимаю. Ладно, это мы плывем. Мы плыть должны. Блин, ты что, издеваешься? Ну, вот туда давай. Две доски. 22 доски. Так, тут собираем, тут собираем. Давайте плавить железяки. Плавим железяки. Ананас кушаем. Все, еще раз надо проверить, правильный ли у меня курс. 14. Мне, короче, нужно немножко вот
так вот выровнять. Так, ну-ка давай. Ну, по крайней мере, я приближаюсь. По крайней мере, я уже приближаюсь. Надо доплыть по-любому до этого. 1,5 километра плыть. Не знаю, что это значит. Надеюсь, это что-то интересное у нас будет. Так, ладно, пока плывем, потом посмотрим, что из этого получится. Когда уже будем приближаться. Так, с водой воду пьем. Еще пьем. Здесь нужно ее наполнить тогда, вот эту новенькую. Она, получается, здесь вообще испаряется отсюда, потому что у меня здесь еще оставалось, я точно помню. И она, получается, просто испаряется отсюда. Готовая вода. Хреново. Так, Семен вроде как живой. Семена ананаса мы посадим. Давайте возьмем арбузик еще посадим. Арбузную семечку так посадили. Нет, это мне пригодится. Это я сюда выкладываю. О, бочка. Иди сюда. Отлично. Что мне сделать теперь? Может быть, что-то полезное, например? Шкаф для посуды. Зачем он мне? Здесь уже просто украшательство. Да, это, по сути, просто уже украшательство. Тратить на них лишний ресурс я пока не хочу. Мне нужно что-то полезное. Нужно, например, вот. Болт. Окей. И мне нужен сок лианы. Еще одна штука. И еще один железный слиток. Так, отлично. Здесь все расплавилось. Сок лианы. Это, короче, сюда. Это тогда сюда. Отлично. 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 О, еще бочка сюда. Сюда. Конечно же, сюда. Давай. Кайф. Так, это вот так вот. Ты чё, блядь? Ты не понимаешь, что тебя ждёт, что ли? Пошла взад. Ой. Блин. Это, конечно, я сделал зря. Мне нужен ремонт. Вот, ремонт. Там у меня редиска-то уже выросла. Выросла, отлично. Давайте и посадим заново. Супер, кайф. Так, воду. Воду я насобирал, теперь надо полить. О, бочка прям в руки плывет, видали? Кайф. Посылка. Нет, посылки я люблю. Что вода отсюда, кстати, быстро вообще исчезает. Все, и здесь тоже поливаем. Сок лианы забираем. Котелок готово, кайф. Я теперь могу суп, да, какой-то готовить. Офигеть. То есть здесь... А, вот для чего были эти рецепты нужны. Все. Давайте попробуем. Во-во-во-во-во-во. Да-да-да-да-да, вот. Кайф вообще. Слушайте, мне теперь наконец-то эта хрень пригодилась. Давайте это все тут тогда расположим. Все эти супы странные. Так, отлично. Отлично. Супер. Это что? Какой-нибудь еще рецепт. Какой-нибудь стул. Картина. Ну ладно. Вот еще рецептик. Еще есть что-нибудь? Да, я тут еще дохрена этого дерьма. Вешаем сюда. Еще один сюда. Мне как раз еще на один должно место хватить здесь. Не хватает. Сука. О. Ну, блин, здесь не видно. Да, вот так. О, вообще нормально. Давай. Ну, блин. Давай. О. Кайф. Котлета рыбная. Две рыбы, одно яйцо и какое-то молоко. Да, здесь акулий. Грибы? Я грибы еще не встречал. Охренеть. Так, знаете что, давайте проверим, как у нас там... О, тут еще что-то появилось. Ну, к этому мы уже 1040 километр остался. Блин, интересно, слушайте. Я надеюсь, мы успеем доплыть. То у нас время уже потихонечку кончается. Ну ничего, я думаю, доплыву, и тогда будет финал серии. Пока, потому что нужно на какой-то такой нотке замечательной закончить. Так, а редиска у нас куда применяется? Там же можно какой-то прикольный суп, да, сделать. А, смотрите, идет овощной суп, картошка с редиской.
Либо можно вот две рыбы, кстати, да, давайте попробуем, вот, смотрите, две редиски, две картошки и две рыбы вот такие. Сейчас мы тогда их поймаем, чё бы нет. Давайте пробовать. Бочка! Чё, я рыбачу вообще или не рыбачу? Ну да, вот леска видна. Давай, 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 ловись. Рыбёшка, о, что-то поймал зубатку. Блин, опять моего Семёна там трогают, да? Хватит трогать Семёна, тварь. Вон плот, кстати, мимо проплывает. И там что-то еще такое, как будто бы остров за ним. Так, а я что у меня? Что у меня по курсу, как дела? Ага, вот почти по прямому курсу 900 метров осталось. Ну, значит, они плоты. Значит, он показывает не плоты. А что тогда здесь за странные... Это что за цифры? Я не понимаю пока что. Так, ну так более-менее мы хотя бы выравниваемся. Вот, конечно, вот таким периферическим зрением я здесь ничего не вижу. Ну ладно, пока плывем, пока плывем. Так, мне нужно... О, еще посылка, видали? Что дает? Стол. Блин, столов уже просто миллион всяких разных. Как какие целые можешь замутить? Просто столы так в ряд наставить, как в магазине мебельном получится. Так, сырая зубатка мне не подходит, потому что мне там нужно две других рыбы. Давай, 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 давай. Ловитесь, рыбешки. О! Вот, мне нужен еще такой сырой лосось и еще там одна рыбеха какая-то. Точнее, две рыбехи другого вида. Ну, ну. Сейчас просто бутылка такая зацепится. Во-во-во-во, сырой лосось, да. И теперь мне нужна другого вида рыбешка. Когда я сделаю себе супчик. Интересно, сколько мы, ну, по идее, он должен, наверное, типа, полную шкалу, короче, голодов. Ну, типа, вот, морской лещ. Полную, короче, шкалу он должен восстанавливать с голодом. Такой-то супчик мощный, фига себе там сколько. Получается, две свеклы, две картохи, две рыбы одной и две рыбы другой. Ебать, я даже столько в жизни не ем. Опять сырой лосось. А как это работает? Это типа работает вот так вот, да? То есть, смотрите, я беру простое рыбное вот жаркое. Нет, не нужен. А, так другая рыба нужна, смотрите. Что? Сырой морской. Положить, вот. Сырой лосось. Нет, слушайте, какая другая рыба нужна. Так, давайте положим, короче, редиски. Сырая свекла. А чё, тут не хватает просто этого места. Поднять. Ну вот, две сырые свеклы и вот тут картоха. Так, здесь должно быть две свеклы, две картошки. А здесь... Так, что-то я не понимаю, как это работает. Так, сейчас я радар посмотрю свой. Вот, 600 метров осталось. И чё? Пока ничего не понятно вообще. Ну, мы потихоньку приближаемся, это уже хорошо. Но пока непонятно, ничего не видно на горизонте. Так, кучу хлама я собрал. Бочку давайте. Окей, окей, окей. Так, как готовить это дерьмо? Положить доска. Окей. Начать готовить. А. То есть мне, короче, нужно вот это все раз, а потом еще типа закинуть сверху или как? Пока не понимаю. Ну это же вообще две одинаковые, да? Простое рыбное, да. Почему они? Ты че, тварь? Блять, смотрите, сожрала, блин, мне. Ну, ошалевшая какая пизда. Так, где тогда вот эта вот сеть-ловушка? Мне нужно два гвоздя. Гвозди у меня здесь. Гвозди у меня здесь. Строим сеть-ловушку. И сюда ее вот так вот. Во, все, готово. Так, 600 метров там оставалось. Сколько сейчас метров? 500.
ничего не видно на горизонте. Что это такое тогда? Так, окей, начать готовить, давайте все выложим. Две свеклы, получается, я там положил. Мне нужна там еще одна картошка. Рыба пока вот эта здесь не нужна. Это мы откладываем сюда. Камни. Камни сюда. Металлом пока тоже выложу сюда. Все, отлично. Оп, стой. Пригодишься. О, посылочка. Слушайте, много посылок. А вот опять будет стол какой-нибудь или опять какая-нибудь хрень украшательская, да? Коврик. Коврик. Нормально. Коврик тоже пойдет. Потом как-нибудь я займусь всем этим фэншуем дизайнерским, интерьерным. Слушайте, здесь только бочек. Может быть, это какое-то показывает супер мусорное пятно. Вот эти. Ну, блин, было бы странно, конечно. 400 метров осталось. Ничего не вижу. А, давайте пробовать еще рыбачить, еще рыбу. Мне нужны, короче, какие-то там селедки. Они как селедки, короче, выглядят. Рыбешки эти. Две штуки мне нужно поймать. И еще одну, получается, тут голубенькую. Опять сырой лосось. С лососем у меня нет никаких рецептов. Кажется. Давай. Ловись рыбка большая, ловись рыбка маленькая. Вот, тилапия. А, это была тилапия здесь? Тоже нет, это еще какая-то рыба, блин. У меня вообще ни с чем. А вот, две тилапии. Две вот эти какие-то рыбы. Это даже не лосось. Короче, тут столько рецептов. Начать... А если я, типа, неправильно замешаю, он мне, ну, допустим, сделает плохой набор? Давайте попробуем. Я, допустим, вот две картошки. Типа две свеклы. Давайте, вот смотрите, я свеклу взял, да, и вот две свеклы. Что-то готовится там. Короче, странно, может нужен какой-то большой котелок? Я не понимаю, потому что вот это количество ингредиентов, оно просто туда не влазит. Сколько он меня просит. Так, я уже почти прям по центру этой хрени. Можно даже уже курс выровнять вот так вот напрямую, просто плыть. Вот, оно по прямому, просто по прямому курсу. Во! О! Нихуя себе, это что такое? Это плот такой огромный, вы видите? Вот здесь слева. Офигеть. Блин, это реально какой-то целый город. Знаете, как водный мир в фильме. Офигеть. Мама родная. Фига там нормальное сооружение такое. Ё-моё, сейчас будет видно его. А, можно, кстати, знаете, что попробовать? Бинокль, короче, замутить. Где он? Где бинокль-то в рецептах? Не вижу. Вот он. Мне нужно что? 4 стекла, да? Для этого мне надо песка наплавить. Давайте попробуем наплавить песка. Так. Что, сварилось что-нибудь? Жизнь нихуя. А, у меня тарелка, да, нужна? Так, а где у меня была тарелка? Мне кажется, что я сейчас съем, я просто отравлюсь к хуям. Объедки. Объедки. Тварь, ты трогай Семена, блядь. Мразь тупая. Надо стекло выложить. А, я уже выложил, да? Так, рыбу тогда тоже сюда выкладываем. Это выкладываем. Камни откуда-то у меня все. Блин, из этих бочек бесконечно камни сыпятся. Гвозди. Так, веревку объединяем. Песок вот так вот. Опять. Тебе что, было мало? Сука тупая. Господи, какие они вообще надоедливые эти овцы. Чайки, точнее. Так, это мы сейчас положим сюда. Блин, офигеть, блок, ебать. Вообще какая-то спутниковая антенна там. Ни хрена себе, нормально там вообще устроились-то. Мне до такого, конечно, еще супер далеко. Так, давайте немного вот так вот сделаем. Там еще, кажется, остров, да, он возле острова причаленный. Это вообще, как, знаете, нефтяная, это, буровая вышка. Так, у меня что-то с нуждами проблемы. С нуждами проблемы. Так, воду пьем. Воду пьем. Похлебку. Что? Это блюдо.
не очень удалось. Ну, конечно, потому что, блин, неправильная. Ну, что-то там какое-то зелененькое у меня почему-то появилось. Ну, овощной-то суп должен получиться, да? Оно еще реально бетонное, видали? Из камня, охренеть. Слушайте, не, вот это круто. Это, конечно, круто вообще. Сейчас как раз такой будет прикольная затравка на следующую серию. Сейчас как раз у нас уже время кончилось. Я сейчас причалю. И в следующей серии мы будем уже исследовать это здание прикольное. Офигеть. Блин, ну вообще круто. Я сделаю вот так вот. Обложечкой. На затравочку. Там еще ветряк у них. Офигеть. Блин, вообще кайф. Просто круто. Еще какая-то лодка там. Нормально, нормально. А это что такое желтенькое? Это типа что... Что-то вкусное я поел? Что это значит? Так, давайте надо свеклы похавать. А, это типа из-за беспонтовой еды у меня, короче, уровень заблокировался, да, этого голода. Пипец. Блин, обидно. Придется ждать, пока эффект пройдет. Так, окей. Тогда я причаливаю, причаливаю. Бросаю якорь. Залезаю вот сюда. Делаю вот так. И объявляю о том, что, ребятки, на этом наша серия подошла к концу. Огромное спасибо, что посмотрели видео до самого конца. Не забывайте подписаться на канал, обязательно комментируйте, поставьте лайк под видео, если вам все понравилось. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Сука! Вот так всегда у нас под конец серии, всегда какие-то приключения происходят. У меня нет гвоздей. Также не забывайте подписаться на мой канал в Телеграме, а также на группу ВКонтакте. И не забывайте написать ваши видео... ваши игры, которые вы бы хотели видеть на стримах, которые у меня начнутся с 20 июня. Пишите, предлагайте, что бы вы хотели видеть, чтобы я попроходил. Будем с вами вместе общаться, развлекаться на этих стримах. Буду видеть всех и каждого, очень рад. На этом у меня все. Желаю вам всего самого замечательного. С вами был Ракслер. Всем пока.